уразить и крыху шокировать. Организаторы шоу «Светла» своих мэт николи не утойвали. Тем больше, что все лето фестиваль у Гомеля прошел у другий раз. Полный опыт уже есть. Напередодні гала-концерту провели отборочный тур. Некому порекомендовали подрыхтоваться больше профессийно и приехать у наступном годе. Але таких оказалось зусім не шмат. Участники у нас в этом году представлены странами Беларусь, Россия, Украина. И в этом году у нас первые гости из Латвии. У нас очень интересно вернулись ребята шоу «Пульс». Сегодня выступят, их не было несколько лет в стране. Фестиваль «Светла» – мероприемство, якое не мае аналогов у Беларуси. Причем это не просто нумары с выкарыстанием специального реквизиту и костюму. По сутности, это эксперименты со «Светлом» на межи эстрадного и циркового мастерства. Появились новые такие технологические возможности – пиксельные ленты, светодиодные ленты, то есть различного рода контроллеры, которые позволяют разные режимы использовать и так далее. Вот. И я как бы лонгирую ситуацию по СНГ, по странам дальнего зарубежья, то есть какие тенденции наиболее актуальны. Тайны чараўніцтва и магия светла. Светловая иллюзия, темра, якая заполнена чароўным светлом. Дея на сцене сапраўды казалася нечым нереальным и захапляючым. Светловое шоу народилось от шоу огню. Але, як признаются сами артисты, выступать со светлодиодным реквизитом больш складана. Световой реквизит, он более требователен к технике, потому что огонь, он размазывает, он скрашивает, ты где-то что-то неровно провел, огонек все это так смазал, а реквизит, который световой, он очень требователен к рисунку и гораздо больше труда уходит на отработку именно чистоты рисунка. Дарэчы, только сценичными выступлениями другий гомельский международный фестиваль «Светла» не обмежавался. У его рамках прошли еще и мастер-классы по актерским майстерстве. Мяжи удосканальвания у этом виде мастерства не бывает. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».